Баба Оля, приветствуем. Сегодня праздник, и мы с Лидой решили прогуляться. Лида мне покажет интересные места возле села. А ты что не взяла на голову ничего, Лида? Не знаю. Не знаю. Мне говорит, что это джунгли. Вход в джунгли. Да. Лида меня ведет в какие-то... Вообще, я в эту... В такие края, в которые я ни разу не была еще. Это... Сколько раз в селе в этой стороне не ходила. Да. В ту сторону гребли. А с правой стороны там речка должна течь, да? Ну тут речка, тут когда-то была речка. А как она называлась, не знаешь? Марья Семеновна говорит, я помню, что здесь была река. Я не знаю. Вот та, что по ту сторону, вот да, там, да, да. То молочно. Ну сейчас здесь тут... покажу, смотрите, как все заросло. Заросло, но тут зараз суша, тут вода, тут раньше вода, а суша была. Да? И ты даже помнишь? Я помню. Мы еще в детстве сюда купаться ходили. Ой, тут деревья, конечно, эти. А самое главное, тишина. Меня удивляет тишина. Вот тишины, скажи, чего-чего, а тишины моря, да? Тишина тут. Здесь только деревья шумят. Сюда вода подходила, смотри. Мы чей-то двор, что ли, заходим? Уф, шляпу сняла. Не бейся, не бейся. Ой, не бейся. Так, Лида, не бейся, не бейся, не бейся, він не вкусить. Не гавкай, не гавкай. Мы тебя не боимся. А со стороны гусь. Ура, смотри, какой... Боже, сколько тут собак. Буран. Вот буранчик. А это как его зовут? Такого... Ой. А смотрите. Буран. Буран. Ты ж дома, буран. А смотрите, гуси. Ага, и гавкает на меня. Какие здесь гуси. Там их много, но из-за кустов не видно. Плавают они там, интересно-то. А как же ж показать-то их? Ой! Лида! Ой, выскакивает. Короче, пошли. Буран, не можно гавкать. Может, он домой не запускает к себе. Иди домой, иди. Пошли. Пошли домой. Пошли. Ой, сейчас он будет казать, Лида. Так, буран. Не гавкай. Точно не покусаю? Не покусай. Ось, я тебе сюди тіла привезу, щоб ти отам. Такой вид, как в Карпатах. Смотри. І здесь хати, даже здесь живуть, а я даже і не думав, що здесь. Бабушка Ніна живе. Бабушка Ніна же? А. Да. Бабушка Ніна, вона приходила прошлий рік до вас на Івана Купайла. Да-да-да, позапрошлий. Позапрошлий. Да-да-да. А це Буран і її да. Собачка? Да. Ага. Де бабушка Ніна? Де бабушка Ніна? Де? Ух, вибілена. Беленька, все так. Малинка растет. Точно как в Карпатах. Можно даже в Карпаты не ехать. А здесь все. Ага. Добрый день. Добрый день. Да, конечно, конечно. Заходите. Да. Мы пришли сняты Тайницкие Карпаты. Угу. Я говорю, не надо ехать и в Карпаты. Вы посмотрите, как у нас хорошо. Да, да, да. Як тут широко, нікого немає. Это действительно красота просто. Красота, глянь. І гори, і туди. Гори.
И сюда. Сюда, и кругом. Жалко, не видно, наверное, отсюда вон. Ну, он пойдем ближе, туда. Угу. Да и там поснимаешь. Добро. Зайди до хаты. Ой, господи. А я твой палку. А я за ты лежу. Да все так лежим сейчас. 34 градуса жары, конечно, все лежим. Ага. Как у вас красиво. Это у нас так бабушки живут. Да. Что у нас тут красиво? Все. Шо? Для меня вообще все красиво. Даже скатерть, лилии, смотрите. Занавесочки. Шеби же до хаты, покажи хату. Да? Яка хата у бабушки. Дякую. На люди подивлюсь. Если покажете, то, конечно, покажу. А чи другу половину? Можно показать, да? Это вот... Ой. Двери, вот мне нравятся такие двери, знаете, деревянные. Старые такие двери, хорошие. А это кто на фотографии? Это я. Это вы? Я молодая и муж мой молодой. Ага. Да. Да. Я молодая и муж мой молодой. Угу. О, вот моя любимая тема. Что? Это наволочки вышитые. А у вас лебедята, я таких еще не видела. Вчера бабушка Оля, ну, здесь все называют бабушка, бабушки, и я тоже, как бы, как и все. А говорит, нельзя, надо по имени-отчеству. Так что надо отчество еще. Ну, смотрите, какая красота, лебеди. А кто вышивал? Или это купили? А вы сами вышивали? Красота. А покажите. Покажи. Вот это же самое интересное же. Ага. А вот это. Лида, иди сюда. Здесь началось самое интересное. Вот эта наволочка какая тоже красивая. Гладью вышивали, да? В основном я смотрю, что гладью вот это крестиком, по-моему, вышито. А это я вышивала. Такие подушечки. Оце ото рушники ямками. Знаете? І це я на тих ямках. Ага. Хрестики. Да. Сейчас посмотрим, какие рушники покажут. Рушники. Да. Шукай, де рушники мої. Не знаю. Ви поки шукаєте, я ті комнати покажу. А вон на корзине одна. Заходите в спальню. А это печь у вас здесь, да? Да. Ага. Лежанка, печь. Лежанка, в кухню заходите. А кто у вас белит, скажите? Вот это вы каждый год белите же? Такое все, все белись, белюсенькое такое. На меня потолок не белится. Ага, да. Ну все такое беленькое. Сюда заходите, белите. Я трохи сушила сегодня. Ага. То у меня трохи... Трохи непорядок. Сушила трохи спальню. Ой, да, непорядок. Ничего себе непорядок. Все в порядке. О, люстра. Люстра интересная. Он, дивіться, вишите у мене ж тоже. Хрестом, це я вишивала. А тоже вы сами вишивали? Це вже їм 50 років. До 50 років. 50 лет этим картинам, смотрите. Вы живете как в Карпатах, и смотрите, и картины такие карпатские. Да. Да. Ось дивіться, це кухня моя. У мене ж нема такого. Я не люблю наставлення. Оце в мене по-простому. Так это самое лучшее. Хорове. Сейчас это, кстати, модно. Да. Только его назвали стиль лофт или как-то так. Почол он такий, почол такий, топ А вот это кто разукрасил? А це дочка моя, менша. А, сама, да, так нарисовала? Вона вчителька, вона собі нарисувала. Ясно. У вас есть водичка горячая, да? Вот только... Или это что у вас вот это? Просто водичка обычная? Просто наливаю. Ага. И ось. Ага. Помити руки. А це ванна у мене є в хаті, бачите? А, это ванна? Да. Ясно. У вас все... Ой, инклюзив, все включено. Да.
И здесь вот такой коридорчик, правильно? Вот и коридор. Поглы. Ну, смотрите, коридор у меня. Я засвечу свет. Давайте. Ось уж, пляц, и будет свет. Да. Обои какие у вас красивые, варнюсенькие. А вот смотрите, вот так гора, у меня закрутка, кручу, верчу. Так, а что вы закрываете? Компот закрываю. Можно, да? Да, закрываю. Ага. Компот. Все есть, варенье в мене, все есть. Вы сами закрываете? Да, да. Да? Вот я закрыла компот. Це торішні отсунула, а це все рішні. О, закрутка только начинается, да? Да. Сейчас еще. А огурцы вы закрываете сейчас? Да, закрыла уже, не, он стоял, видите. Это огурчики, понятно. Огурчики. А це варення із маліни, а це ось з клубніки, дивіться. О, все є. Гадано, не гадано, попали в гості, да? Дивіться, що в мене робить. Ага. Дивіться, оце все шило. Красота неописуема. Що ти шила? Ось хрестиком. Хрестиком розплати, дивіться. Це я коли шила ще й хрестиком. Угу. Бабушка все сама шила. Все а ну, сама покажи. Вишивала. Это на образа, да? Да. Ты колись я вишила. Ага. Колись было модно, а то же не модно. Угу. Вот такие. Да, у каждого свой узор, видите? Вот такие. Все так красивые. Это ж колишня красота. Вот, же, да, да. Так что колишня? Сейчас это модно. И сейчас это очень красиво. Вот, а ну смотрите. Ну это ж вообще. Видите? Какая прелесть. Это ж надо. Вот смотрите здесь. Пестики, тычинки и то вышиты. Да, да. Да. Вот бутончики. Какие листочки. Это василек. Да. Это все гладью. Это же каждый... Ручная работа. Це ж не теперішня, а тепер. Да, 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 да. Є інша заполуча, тоді ж було муліне. Да. А, муліне, да? Ага. Зараз інше. Угу. Бачите? Букети роз такі крупні. А це тюльпанчики. Тюльпани, да. Они, казалось бы, как бы просто, как детский рисунок, да? А с другой стороны, это так красиво. Даже вот... Танина, Ларисина свекровь, Мария Васильевна. Она такие рисунки тоже, такие простые-простые рисовала. А вот мне подарила она пару таких картин. Я ее под рамочку и повесила. И так красиво смотрится вообще. И вот такие рисунки красиво, такие. Она тоже красиво рисовала. Да-да-да, она вот просто нарисовала. Смотрите, как красиво вообще. А вот здесь, вот смотрите, это придумать так, что вот здесь вот как будто бы вот такие вот колосочки такие, да? Да. А здесь уже идут другие цветы, голубые. Цвет же еще надо. Это я сама, сама из цараты. На цараты такие нитки были. И я сотворила такого рушника. Это я сама. Ага. Тоже, вон, посмотрите. На цараты нитки. А что такое на цараты? На клеенке. А, на клеенке. А. А я думаю, что это, смотрите, там. Оно похоже, знаете, даже на орхидею, на сорт. Есть такой, да, сорт орхидеи. Ну, красивые цветочки, конечно, и сиреневые, и розовые с оттенком. И для этого еще нужен хист и нужен цвет чувствовать, понимаете? Или это было нарисовано, что вот так вот рисовать, нет? Не, ну, там были... Я вам покажу, у меня еще сохранилось. А ну. Піднімай дивана і держи, щоб мені руку розбила. Дивіться. Ага. Вона ще сохранилася. Я ще ж не викидаю. Дивіться. Розв'язую. Як воно рисувалося. Це не просто. Це не так просто. Ага. Дивіться. Так. Ось нитки. Якими? А, муліни. Муліне, оце муліне, дивіться. Да. Ось, бачите? Його зараз вже й близько ніде немає. Ось отакі пробивачки, бачите? А-а-а. Ви таких не бачите? Я поняла. Да. Ну, це в моєму дісі. Заполучую, що шити.
Бачите, дивіться. А это вы вот так вот ложили, сначала бумагу вот эту вот, копировальную бумагу ложили, потом вот так. А тоді жалівцем оці всі квітки перебивала. А, здесь рисовала. Отакий рушник. На рушник. Ну, понятно, да-да-да. А потім воно ж уже можна було, і навіть яким кольором. Дивіться. Такий рушник. Ну, я багато ж перев'язувала. Оце в мене подушка. Де? Ну, вона, мабуть. Ну, так, що пістики тичинки ми показуємо. Да. Ага. Дивіться. Оце все рушники. Значить, це воно в мене сохранилось. У вас ось тут навіть цвіт. Щас я давати. Ось що не хватало, то дивіться. О! Добавка. У вас навіть добавка сохранилась. А смотрите, вот это сейчас, вот эту покажу. Ой-ой-ой, аккуратно. Подождите, сейчас хочу показать, что вы здесь на пописаны цвета, колеры. Вот здесь, подождите. Вот здесь написано, какой цвет: вишневый, розовый, салатовый. Здесь все цвета расписаны. Наволочка. Ага. Отака картина. Угу. Ну, я багато віддавала дітям. Корзиночка така, так. Да. Дивіться. А товаришня, дивіться. О, це ви теж вишивали? Да. Угу. Вишив. З шляпою. Да, это очень интересно. Конечно, вот так даже, вот так даже. Музей, да. Вот так вот посмотреть, и то это действительно музей. Музей, как красиво. Вот зрители, напишите, красиво это или нет, смотрите. Шикарно. Ось той рушник. Оно, аж перший рушник, бачиш? Оно, цей рушник. Ага, боже, всі рушники тут. Да, ну сейчас покажу. Всё. До него не дошла, по-моему, я, да? Подушка. А вот. Это, вот. Конечно, такие миленькие цветочки тоже. А это он. Как мелко все. А вы в очках были или нет? Вы в очках были или нет? Вы когда вышивали, это вы в очках вышивали? Нет, я с 5 класса я уже вышивала. Я матері рушники покинула. Я ж смотрю, так от мелко, це ж без лупи, наверное, я би не змогла. Я того класу я вишивала. А, ясно. Добре. Бабушка Ніна нас не ждала, ми ж не предупреждали. Ми просто прийшли і все. І все, да. І все. Бабушка пішла переодіватися. Хоче краще плаття надіти, халата хоче одіти. Ну, да. Це наша бабушка Ніна, що ж, красавіця, молода. Ну, да, і чоловік у неї дуже гарний був. І муж під стать, звісно. Красивий був. Угу. Бачиш, уже наш возраст, ми вже не вишивали. О, вот это вообще супер. Це хрестик. Крестиком. Вот даже крестиком, мне кажется, красивее. Да? Не, хотя мне игла не нравится. Ну, крестиком нежно, він такий нежний. На канві, а щитати кожну ниточку. Це ж не на канві. Сложніше, хрестиком сложніше. Сложніше, так, да, сложніше. Да, але трохи ні. Це все чогось. А я любила. Ага. І люблю зараз, тільки я вже не бачу. Красота, от це ніжніше просто. Рисунок коти вбирали. А зараз що-то я смотрю, що ну, не вішають, так? Да? У мене отут буде образ, тут, сюди вішала, навіть там. Ну. Було, і прихожі були, і геть у спальні вішали. Ну, а зараз що? А зараз я не можу його вішати, розумієш? Ну, а, понятно. І поклеїли вже цвах. Ну, має. Баба Оля теж говорить, що вже нет сил. Да, а каждый раз, говорит, стирать, вешать, говорит, уже нет сил. А дочки мої, бачите, не вдалися. Алла то вишиває, Алла вишиває. Це та, що в Каневі дочка. А, у вас Каневі старша? Да. Отак, що в спальні. Ото середня в мене дочка.
А, понятно. Ще альбоми подивіться, як хочете. Давайте. Ну, поки. Там воно порване вже, звісно, ну, можна фотографії подивитися. Ой, Боже. Так, знаюся. Можна щось, я щось знайду, щось покажу. Родилося в 74-му, діти родилися, і це мамки, і батьки, і хрещені тут. Ага. Знаєте, це... А де ви здесь? А я? Я? Да. А що, ви не впізнаєте? Ні. Ну, я і сама не впізнаю. От. Ага. А це ви з мужем? З мужем, радом, так. Да. Ага, от зараз я покажу пальцем. Вот. Да. Как отчество у вас? Вікторівна. Віктора. Ніна Вікторовна, так? Да? Да. Ось моя середня, да. Та, що... Вот Ніна Вікторовна, смотрите, тихо, з мужем. Вот Ніна Вікторовна. Іван Романович. Іван Романович. Вот. Двоє, как-то ближе надо показати. Вот так, оце, да. Оце одне і друге. Ага, угу. Вот рядом вони. Угу. Это свекровь, это свекор, да? Да, тільки не рідні він. А як звали? Келина Іванівна. Келина Іванівна. Келина Іванівна. Келина. Ага. Келина. Калина, Келина. Ага. Келя. Ясно. Що ви старша так... дружка і старший боярин на весіллі. Ага. Весь свадьба була, ми були, я була старша дружка. Ви були свідетельниця, зараз говорять. Да, да, да. Зараз свідетельниця. Свідетель і свідетельниця на свадьбі. А хто він? Я не можу пізнати. Баби Гринюк. Коля Гринюк. Дивіться, а що ми молодята? Які я вихлаці? Це ж свадьба їхня. А це свадьба? Да. А раніше ж то в білих платях не ходили на свадьбу? То в мене не біле, воно таке було блискуче, квітка. Зима була. Зима, лютий, січень, 23 січня. О. Січень, январ? Так, январ. В январі що так тепло було? Или это вы так, для фотографии? Для фотографии мы снялись. Ясно. Мала, на гармошці. Мала, это сколько років? Ну, років, мабуть, 12. Сміюся. А вы что, умеете играть на музыкальных инструментах? Не, может, просто для фотографии. Ясно. Что тут еще есть? Ось, оце свадьба моя. Ану, свадьба вот интересно. Смотрите, раньше веночки вот такие были, да? Это угу. Из чего было? Из материала было или из чего? Ну, хвата була і таке робили з парафіну таке ягідки такі, ви бачите, який вінок? З парафіну? Да, да. Это в смысле матеріал натирали? Ну, так такі от... дротики, і парафін, там і цвіточки посерединка. Интересно как. А бусы покажите, смотрите. Бусы у вас ещё были. Конечно. Угу. И бусы, и брошки. Угу. О, чего только не было. Не сохранились? Ленты сохранились. И а бусы. И вот это сама вот эта фата не сохранилась? Не-не, платя порвала. Що ж це вам показати тут таке? Ось я дивіться, де це. Вона ж себе побачить. Ніна Петра Нікифорович. Це Ніна, хай бачить. Хай бачить, ну то що. Я дивіться, це я її гляділа, бачите? Ага. Вони були на сесії, а я нею сфотографувала. Скільки вам літ було? Ну, вже 18, десь так. Так. Диві, хведь. Це строїтелі. Нема нікого живого вже, бачиш? Все, млина строїть. Дядько Федько, це бабі Олі чоловік, мій дядько. А, це муж баба Оля? Да, а це мій бабі. Муж. Ну, а це ще, ні, це ще живий. Ось Петро Кундубас є живий. А це хто? Всі такі молоді. А це, зараз я тобі скажу, хто. Петро... Дядька. Боже, я дядька Федька не пізнала. Я знаю, хтось не мов тобі сказати. А я теж подумала, що це мій дядько. А що я, дивіться, в 11 класі. А ну, покажу. Фотографія. Кончала 11 класі. Це ви здесь, в цьому селі? В Горошкові. А, ви в Горошкові? В Горошкові ходили. Угу. Ось я така гарна. Молода. Да.
Вот корзинка. А здесь какая-то... Это как ковровая, да, такая дыра? Это не я шила. А это не вы? Это вообще уже я его спалила, то я налатала уже. Ага, понятно. А это как у меня была такая иголка. Да. Вот у меня была такая иголка, и я делала тоже такой. Но у меня я ворс такой высокий делала, а здесь очень тонкий ворс. Красиво тоже. Угу. Ну, красиво, действительно. Ой, музей. Музей у вас. Что за музей? Не хада, а музей, понимаете? Ну, все старинные. Все старинные, да. Интересно. Конечно. Для молодежи это тоже очень интересно. Да вы так думаете, живете каждый день здесь? Ой, и вам кажется, что это... Нема, я думаю, что у меня некрасиво. Проте зараз, как робиться зараз, то у меня... Давайте пополуднаем. Чаю хіба що? Да, біжи гріб чай. Хіба що, тільки чаю. Біжи гріб чай. У мене є печення. Ну ми ще ж не це. Не... У мене є мед. Ми ще не знімали Карпатів. Підемо ще в Карпати. Ще підемо в Карпати. Ой, як гарно у вас. Річки до меду, якщо. Мед натуральний. Це вам ще. А тобі? А мені в кружці. Чай. Угу. Вот так хорошо сидеть и с таким видом чай пить. Коржики что не распечатали? Ось сюда. Раскрыли. Они раскрыты? Да. Они раскрыты. Может булочки влезать? Кто хочет булочки? Дякую. Вот баба Нина испекла, оказывается, вот такие коржики. Это по-нашему коржики. А как вы называете? Просто коржики называете? Коржики, да. Смотрите. Коржики. Мука. Сметану ви сюди кидаєте? Да, сметана. Трошки жиру. Трошки олії. Олії не ні. Трошки жиру. Жиру. Сахару. І оце такі виходять. Вкуснющі. Вкусні. Да. А ти гавкає, ну кусати не кусати. На мене він не гавкає, а на Любу гавкає. Ура, ура. Ти така умниця, дивіться, як він мене любить. Умниця така, ти моя така умниця. Він такий мій хороший, дивіться, як він любить помазатись. Любить він. Дивіться, як ногами обнімає. Тікай. Буран, місто. Додому. Розбалували ви його? Ой. На улице прям хорошо, да? А дома как сауна. Дышать нечем. Спасибо. Коты ваши? А? Коты ваши? Да. Так, Буран. Такая без уха киска. Фотографируйте ее. Да? Видите, как она интересна, видите? Интересно. А это такая порода, да? Да. Порода такая, видите? Ой, убежала. А что, где одна? Здесь она будет. Бедным животным тоже так жарко. В этой шерсти, походи-ка. Это погреб у вас такой? Я покажу, как он, как туда, в гору, гору у вас земля. В гору, он в горе выдолбанный. Вот так вот, да? В горе выдолбанный. Интересно. Это вот это тоже ваша земля аж туда, да, на гору? Да, вот это же я кошу, дивіться, садка прокосила, чтобы не заростала. Я. Интересно. Ага, здесь лапы. Можно так. Дивите. Как в Печерских лаврах. Дивите, она помастила я в хату. Ага. Ой, у вас тут даже... Не падает. Не. У вас даже эти побелены. Ого, это же, дивите, канализация. У нас бывает, что вода, дивите. Это если вода стекает и аж туда на двор вытекает. И она побелена у вас. Дощечки даже побелены. Ой, чтобы у вас ручки не болели. Вы здесь картошку храните, да? Да. Картошка, буряк. И все побелено, и все покрашено, выкрашено. А вот здесь вот это получается на улице воздух, да? Да. Интересно. Точно, свои печерские лавры, понимаете? Да. А вот это для чего? Вот такой вот такая выемка, вот это для чего? Дивите, кріп я поставила, ось вона кришила. А, укроп, ага. Дивите, кріп у мене тут, бачите?
А просто вот, чтобы сюда склад. Шишку ставить. А, я поняла. Шишку ставить. А, я думала, для чего-то специально сделано. Да. Шишку ставить. Угу. Интересные вещи. Криша то провалилась, уже не могу ему робити. Але я стараюсь, чтобы было. Ага, это у вас такой второй дом склад? Да, второй дом склад. Ага. Вот мы колись тут жили, вот сюда. Ага. Я тут и машу. Это вы здесь, это ваш первый дом ваш был, да? Тут жили. Ага, с мужем первый. А это построено уже было или вы сами строили? Строили. Ту хату строили, а тут жили. Ага. А переехали сюда, эта хата была уже? Нет. Тут построили. А, и тут. А тут тоже печи. Тоже есть печи. Да, красота. Шкурки ось коров'ячі вися, дивіться. Млин у мене тут. Я тут мелюсь, млин, дивіться. Ага. Ой, хазяєчка, хай дай вам Бог здоров'я. Я тут мелю. Это столько. І здесь побелить, і там побелить, і здесь побелить, і там побелить, і везде покрасить. Ой, Боже. Так. Ще й животні. Курочки. Пойдемте ще до гори побачити. А, давайте. Наші дебри. Угу. Ідемте. Сюди. А, сюди я? А ви не будете двері закривати? Та не треба, хай ходять. Ага. Воно ще одна кичка прийшла. Ой, скільки ж їх у вас? Три. Три? Три коти і собака. Ага. А куди Ліда-то ушла? Вона прийде, вона в туалет пішла. А, понятно. Точно, что Карпаты? В гору, в гору. Дивіться, оце в мене, дивіться, тут курчатка одне вилізло. Ой, как его загнать теперь? Ой, це воно зайде саме. Ага, с квочкой. О, смотрите, действительно. Циркачи маленькие. Цыплятка, а там уже большие, да? Да, там большие. А вот этот дом тоже ваш, вот этот вот? Да. Тоже строили, и це строили. Мама мія. Да. І все білите самі, кожен год. Побачите, що тут Карпати. Ага. А де ця Ліда? Я б їй вона, десь воно черешні поїла. Бо я не достану. Не дома їла. Вам має тяжко йти до гори? Ні, нормально. Да? Вам головне, щоб не тяжко було. А я хожу. Да? Я привез, вот туда я не нашла. Ага, вишни. В этом году урожай был или нет? Нет. У Ларисы в этом году такой урожай был. Облеплено все просто. Смотрите. Да. Карпаты мои. Ага, действительно. Вон курочки старые. А це курник там у мене. А тут... Орех тут растет, я вижу. Да. Орех. Орехи есть? Да, да, есть. Угу. Урожай. Точно как в Карпатах даже цветочки. Дивите, оце аж туди. Оце все наше. Угу. Косяться, подивіться, треба косити, бо іначе. А хто косить аж туди? Хлопці приїжджають, а то я руками. Ось садка я сама викосила. Перший раз вони викосили, а другий раз я, щоб не заростали. Это зятя, да? Да, зятя. А как вот у вас три дочки? Старшую как зовут? Света. Света, в Каневе живет. Не, Света, такие. А, Алла. Средняя, да, Алла. Старшая Алла. Алла. А вторая? Жанна. Жанна. Третья? Жанна как раз живет в Каневе. Алла в Кані, а Жанна сама менша в Тетіїві. А, понятно. Алла. Так, давайте ще раз зрителям скажемо. Це воно там пише? Пише зараз. Першу дочку звуть Света. Света. Вторую Алла. Алла. Алла в Каневі живе. В Каневі. І третю дочку? Жанна. Жанна. Живе в Тетіїві. Ага, в Тетіїві живе. В Тетіїві, да. Угу. Інтересно. Вон орехи грецькі. Грецкий орех, да. А вот. Ага. Аж возле земли. И то растут.
Грецькие орехи, да. Интересно. А то у вас огород, да? А это огород. Сюда еще долю выйдем. Очень больно не выйдем. Я вас выведу. О, хоть прохладнее стало. А то ж вообще никак. А что, видите, эти кабачки? О, да, действительно. Кабачков. А вы только белый сорт садите или да, еще? Да, белый. Я не люблю их. Ага. Горячий. Ага. А вон Лидака спереди, с этой стороны, уже там. А это что, вот это все кабачки у вас, да? Арбузы дали. А что да? Арбузы? А, вот сюда кабачки, а дальше арбузы. Арбузы дали. Тыквы. А тут еще я трошки клюзминки. Угу. Видите, оно на уроде, на эти чернобрывцы, да? Где? А, точно, чернобрывчики растут. Сейчас мы покажем ближе. Собачка по пятам за вами. Буран. Даже имя свое знает. Ага. Сейчас покажу. Вон чернобрывчики. Точно, Лида, здесь как Карпаты настоящие. Ага, и вы шелковица? Да, добрый. Свежий воздух, натуральные продукты. Не запутайтесь, вот картошка. Да, 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 картошка. Белая, але что ж напало на нее, она, бачите, яка. А это белая, да? Солодка. Дуже солодка. Вона така, Лида, як не напорчена, така, як весь, як цицьки. Оце я вийду на пасуче, а це щось на нього напало. Угу. Щось напало і вона. Угу. Вкусненька, дійсно. Бачите, яка вкусна. У нас тоже в Каневі така біла є, большая, крупная. Ну, не знаю, напал на нього що или нет. Поїдемо перевіримо. Там Вася може обробляє. Ні, у нас там. Огромное дерево, просто вот как вот это. И все, оно шелковица. Лида, как тебе шелковица? Сладкая, очень. Угу. Мы видим. Белая. В основном здесь в Украине я видела черные шелковицы. А белые очень редко, когда встречаются. И это, думаете, кто съел собил? Здесь сама взялась. Сама? Витя в хорошем месте. Да. Да. Угу. Действительно. Шашлыки пожарить у вечером. Под деревьями теми? Бачите, как у нас тут широко. Широко, никто никому не мешает. Да, 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 вообще красота. Я как заведенная. Красота, красота. Подрізала і перекрешила, вона забрала. Дивіться, скільки моркви. Морковочка. Ладно, густа. Хай буде. Хай буде. Да, мене дуже густа. Дуже добре. Вона не сохне, так? Дуже хорошо. Це радовше не вибрала вчора. Я вже перечистила сьогодні. Лук, да, уже начали вы? А це цибулі, дивіться, гектар. Лук, да. Смотрите, сколько лука. Свекла. Дизайнер. Жанна. Чорнобривчики. Ого, високі. Чорнобривчики високі. Вы тоже маленькими выбираете огурцы или большими? Я уже выбрала великими, бо вони перерозили. Я її дала на сіні. Помідори. Помідори. Ой, робота, короче, у вас ще теж консервний завод. Дивіться, капуста. Капуста.
да. Бороться не терпить, а що я їсти? Їм багато. Ага. Вечером поношу, як до штуки. Та кормова свекла, да? Да, да, да. То баштан. Угу. І клубника там. І там є клубники трохи. Ага. Там уже соседи. У вас, да, хорошо, что не близко друг от друга дома. А это все картошка. Да. Это тоже ваша вся картошка? Вся картошка, горит картошка. Это трактором посаджена, а то руками. А сапаете, сапает кто? Это не сапа. Мы не сапали, это и обробили якось антисапа. Ага, ага. Обробили, и дивіться, бур'яну, ну, трохи я повиривала, але не заростає вона. Угу. Не ядом, а просто таке є, щоб не сапати її. Понятно. Ясно. Що, хороший баштан? Бачите? І гарний вже є. Да. Это тоже ви самі скосили? Ні-ні, це я скосив. А. Юрин брат приїхав і косив. А я вчора згорнула, та нічого буду носити. Лідін брат. Лидин. Так, надо рассказать, какие вы родственники зрителям уже. Вы с бабой Ниной родственники? Родственники. Мой брат женатый на бабушкиной дочке. Угу. Это моя сваха. Да. Тут вы все родственники, я смотрю. А бабе Маньким вы приходитесь? Ну, бабе Маньким. Таниной маме. Маме. Мій батько, Марі Семеновні. Мій батько і бабушка Маня двоюрідні. Угу. Двоюрідні. Двоюрідні, да. Баби Мані батько і моя бабушка рідні. А ми троюрідні з бабушкою. Угу. Ми теж родичі. Там воно ще краще, я туди далі. Що доньочка лежить, бачите? А ми сюди де, а де краще? Є, є там. Що доньочка? Да, уже разные сорта, главное. Видно, их там нету. О, да. Ой, коло всего треба робити. Любочка, працюю, як ішак. Самши, туя. Полный обзор огорода и хатка там. Ну, здесь у вас хорошо, здесь тень. Жары, наверное, не бывает, да, когда солнце? Вот тут хорошо, конечно. Ну, комары едят. Комары едят? В вечере комары. Может, зісти комары. Да? Оце я надеваю штани, якусь куртку, бо геначе, мене дуже комары едят. А ось ті щади витягнули. Ой-ой. Аж куди вліз. Да? Ой. І самі його там самі тягнули? Голову, я не знаю, Ліда, як я здерла, де він дівся, а голова там була. Сама то ви його витягнули туди? Витягнули. Голів, мастила, крутила і викрутила. А то, если бы, когда вот сейчас такое солнце, как сегодня, вот здесь гамак повесить и отдыхать, если бы не комары да мухи, да? То тут днем комары нет, а вечером комары. Вечером, а днем? Днем нема. Ранками и вечерами. Днем комарів немає. Да? Ну какие ж высокие деревья, боже мой. Так же им, знаете, по скільки років, по 50 років більше. Больше, чем 50 лет? Марья Семеновна говорит, что они ищут, когда она молодая была. Была, ну. Еще, наверное, они, наверное, еще старше. Бачите, смотрите, что робят. А что только вас кусают? Бачите? Ага. Це вже треба штани надівати. Кусають. Угу. Все, Ліда, пішли. Якась хмара. Підемо другою стороною. Пішли. Підемо обох. Диви, вітер зривається, може. А це мої дрова. Ага. І дома. Так красиво, естетично сложені. Да. По-дизайнерски. Накриті очеретом. Да-да. Горбом підете? Підемо горбом. Да. Підемо, я їй ще поведу горбом. Хай. Ага. Поліда там, пасовий, ходимо сюди.
Дякую. До свидання, щасливої дороги, спасибо, що прийшли і мене зафотографували. Хай люди подивляться. Ні, ви не болеєте. Самое главное вам крепкого-крепкого здоров'я. Ну, Ліда, якщо б я знала, ну як ми прийшли перший раз, нічого не принесла. А що було... надо? А що надо? Ні, ну як, з пустими руками не ходять. Просто Ліда сказала, просто погуляємо. Я думала, по полю так походим, знаєте? Ну ладно. Ладно, я ще к вам прийду. Дивіться, вон у мене лілія якась така. Ага, красиво, стільки много її. І малина, і смородина. Баня, воно, дивіться, яка воно. А, і баня є у вас? Ну, а чого, дивіться, на дворі. А, душ. Все, идем вот так, да, мне выходить? Да, вот так мы пойдем, я чудовик. Ага. Чудовик раз, ну, деревья, конечно, выражают размерами своими. Огроменные такие. Маленькие, вот тут трохи. Люцер какие-то? Осё вот это люцерка, а вот это что какие-то? А тут что за... Что за вишня? Здесь воду. Видите, что она Ага. Ну, от скільки вишень ще є. Оце якісь такі вишні. Оце воно нахилене, а родить. А вон, і воно у вас там несколько деревьев. Там я обірвала трохи. Угу. Ну воно дуже кислі. Ну так як вишні, вони всі кислі. Все, до свидания. До скорых. До скорых встреч. Хорошо. Ой, что-то дождь вроде как будет. Я к тебе кого погримую. Ага, все, бежим. Погримую. Все, до свидания. Спасибо большое. Спасибо. А здесь так интересно идти, точно как по лесу. Ну так же. На гору. Хайк у нас с тобой. Вот тебе черешень пропало. А здесь тоже черешни и растут? Черешня, да. Боже, сколько ягод. И шелковица здесь, смотри, черная. Это черная, это тоже белая. Тоже белая, а что она такая фиолетовая? Это сиреневая же. Да. Ой. Видишь? Хотела показать. Он туди біже, диви на гілочку, якщо хочеш. Ні, я вже показала. Сладка какая. Віда всі трави знає. Точно, смотри, какие тучи. О. Вот это только что она же его отдала. А, это был ее огород, да? Да. Боже, сколько же они обрабатывали. С мужем вдвоем, да? Еще дети. Да. Влезли на гору. Какая здесь красота. Соя. Соя. Таніна он за тим. Оно таніні. Пшениця, ячмінь і соя там. Ага, фазенда Таніна. Фазенда. У мене є відео, да. З фазенди Таніни. Ух. Аж жду захватив. Такая низкая пшеница здесь. Это вот отсюда надо снимать красоту. Там дождь идет? А мы успеем домой дойти? А мы дома уже. А мы уже дома? Вот. Пшеничные поля. Солнце еще пробивается сквозь тучу. А вот там подсолнечник. Вот там дождь идет. Все, побежали. И да, бежим. Страшно в поле.
оказаться под дождем. Ой, красота будет. Запах хороший, конечно. Если бы не страшно было, можно было бы поснимать, но страшно. А завтра покажем там. А завтра мы выйдем на ту гору, туди підем. Ага. А там ты знімаєш там такий вид, буде красивий на все село. Да? Так и сегодня такой красивый вид. Я думала, вот так мы с тобой погуляем по полям. Я даже не думала, что мы зайдем в гости. Так получилось такое видео интересное. Ну, будешь монтировать. Да. Рамку.